Это Лигол 22. Яблоневый рай. Но оно не сыпется, говорят. Еще висит или как? Или да, висит? Пусть висит. Нет, сыпется. Все-таки сыпется. Пусть лежит в ящике. И доходит. Ну, собираем. Что вы можете это сказать? Мы первый раз, по-моему, да. Собираем. Да. Поэтому мы не знаем, когда его время. А загуглится. Ну, загуглимся, и окажется декабрь. А вот оно должно лежать до декабря, потому что лигол, по-моему, это поздние яблоки. Ну, оно хорошо, я ж на комаровке лигол упал, да. И весной, и зимой. Так что их аккуратно в один слой, все, что есть. Ну, тут не особо, но ящичек. Ну, смотри, какое белорусское сладкое, ух. А это его кто-то так поел? Да, похоже. Вот так вот оно. Да, червячок. Ничего себе червячок, там червячище, наверное. Ну, значит, это вкусное. Значит, без ГМО. Да, да, да.